Фотографию своего сына Гульнара Тургунова показывать боится. Сейчас он отбывает наказание в Южно-Казахстанской области. Мать уверена, что дело было сфабриковано. Более того, признательные показания с Александра Горелика попросту выбивались. Его очень сильно избивали дубинками, заставляя дать угодные следствию показания. Вот. На него дважды одевался противогаз с целью прекращения доступа кислорода в дыхательные пути. Второй раз, когда на него одевали противогаз оперативники, они пытались даже засунуть туда зажженную сигарету. Конвенции ООН против пыток Казахстан присоединился 15 лет назад. С тех пор ежегодно 26 июня в республике отмечается Международный день в поддержку жертв пыток. Однако здесь продолжают издеваться, мучить и выбивать показания, говорят эксперты. Самое страшное, что государство на стороне силовиков. Это следует из статистики. В 2012 году в коалицию НПО Казахстана против пыток поступило 362 обращения. Однако в итоге заведено лишь 5 уголовных дел. Любое государство старается как-то оправдать свои действия. Так же, как Соединенные Штаты Америки, которые оправдывают пытки Гуантанамо или еще где-либо. Пытают в казахстанских зонах жестоко, а главное – безнаказанно. Об этом открыто заговорили после того, как в сети появилось видео из тюрем Долинки. Обнародовать кадры избиений удалось чудом. Находясь за решеткой, практически невозможно пожаловаться на издевательства со стороны сотрудников КУИС. Конечно, я опознаю каждого, кто меня бил, мучил меня. Я каждого опознаю, и я добьюсь этого. Я не оставлю это иначе. Это Александр Баженко, свидетель на процессе по беспорядкам в Жанаузене. Он отказался от выбитых показаний, рассказал в суде о чудовищных пытках и выступил в защиту нефтяников. Вскоре его убили. По официальной версии, это хулиганство, однако в нее практически никто не поверил. Кроме того, прокуратура так и не признала, что Сашу Баженко жестоко пытали силовики. Коалиция пыток писала по нему и по ряду жертв в жанаузенских событиях. Но, к сожалению, ответ, как вы понимаете, во-первых, он слишком задержался. Мы получили очень поздно, после долгих звонков, переговоров. В конце концов, мы его получили, но он... Еще в 2009 году спецдокладчик ООН после посещения Казахстана заявил, что в этой стране применение пыток выходит за рамки единичных случаев. Ситуация с тех пор остается неизменной.